Масленица – это старый славянский праздник, традиционно отмечаемый перед началом Великого Поста. Дата его меняется ежегодно и зависит от дня, на который приходится Великая Пасха. По традиции, в течение масленичной недели повсеместно устраиваются народные гуляния с различными забавами, танцами, песнями и застольями. Такая традиция сохраняется и по сей день. Всю неделю радуются и малыши, и взрослые. Каждый день этого праздника уникален и несет в себе определенный смысл. Понедельник – встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый блин. Вторник – заигрыши или по-простому сватовство. В этот день устраивали смотрины. Среда – лакомка. В масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Четверг – разгул. В четверг с размахом начиналась широкая масленица. Пятница – тещины вечерки. Суббота – заловкины посиделки. Воскресенье – проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. 1 марта широко и красочно в майском сельском поселении прошли проводы масленицы. Каждый год в нашем поселении, как и во всех других поселениях, проходит праздник провода масленицы. Этот год не исключение. В нашем майском поселении собрались люди для того, чтобы проводить зиму, встретить весну. В этом году мы немножко изменили праздник, сделали этот праздник в виде конкурса. У нас каждая организация выставила свой стол, и в конце праздника, после сожжения масленицы, все наши жители примут участие в голосовании и выберут победителя, чей стол был лучшим в этом году. Поэтому всех поздравляем с наступающей весной. Счастья, здоровья, всего самого хорошего. Народное гуляние! Торопись, честной народ! Масленица всех зовет! Коль на праздник вы пришли, так гуляйте! Неразменные рубли разменяйте! Эй, народ честной да удачливый! На наш праздник скорей поворачивай! Чтобы праздник нам начать, нужно нам гостей созвать! А гости наши видные, серьезные, солидные. Поторапливайтесь, поторапливайтесь. Мы зовем к себе всех, кто любит веселье и смех. Проводить русскую зиму нужно весело, достойно, дружно. Здравствуйте, дорогие жители поселка Майского и наши гости. Хочу донести до вас информацию. У нас в этом году новшества, соревнуются мероприятия нашего поселка. Школа, детский сад, соцработники и казачество. Масленица, масленица, блинчики румяня. Блинчики румянятся, маслом заливаются. Масленица, масленица, ночка убавляется. Ночка убавляется, хорошо гуляется. Что вы гогочите? Вы, наверное, как и я, блинов с игрою хотите. Маслина, масленица, мы зимой прощаемся. На горах катаемся, блинами объедаемся. Маслина, масленица, мы зимой прощаемся. На горах катаемся, блинами объедаемся. Зять у тещи был в гостях, ел с кониной холодец. 3 недели с половиной хохотал, как жеребец. Маслина, масленица, маслина, неделя. Мы блинов объелися и ходим еле-еле. Маслина, масленица, масляна, неделя. Мы блинов объелися и ходим еле-еле. Ла-л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 а
кого паре забыла, ой, люто, 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 на свидание, наверно, не торопится никто. Ой, снег, тра-та-та, ой, снег, тра-та-та, ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Лай-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В поселке. Это очень большой, прекрасный, яркий праздник. Все его ждут. Все ждут блина, солнца. Народ гуляет, веселится. И мы прощаемся с зимой. Все счастливы. Я пожелаю всем-всем жителям поселка здоровья, счастья, удачи. В новом году удачи, урожая большого и всех-всех благ. По словам главы поселения, это мероприятие было организовано за счет местного бюджета при поддержке населения и организации. Все внесли свой вклад, никто не остался в стороне. Праздничная программа составлялась согласно народным традициям. Барыня ты моя, сударыня ты моя, носил. Первый карман с деньгами, второй карман с орехами. Ух, барыня ты моя, сударыня ты моя, с деньгами. Третий карман с изюмом, третий карман с изюмом. Ух, сударыня ты моя. Мы встречали тебя со временами.
елку сжигают, нарядив тулупчик, валенки, ремень. Но мы ее, конечно, покраше нарядили. А теперь, дорогие гости и жители поселка Майского, подводим итоги соревнований наших мероприятий нашего поселка. Итак, школа. Будем определять по силе аплодисментов. Вот я называю мероприятие, чем громче. Вы все пробовали, все подходили. Все подходили, все пробовали. Чем громче рукоплескание, значит, побольше баллов. Всем понятно? Итак, называю школа. Детский сад. Соцработники. Казачество. По шквалистым рукоплесканиям. Школа. Наша школа номер 7. Пожалуйста, представитель подходит. Представитель подходит, получает грамоту. Аплодисменты! Приветствуем победителя нашего конкурса! Следующий детский сад! Пожалуйста, подходите! Итак, вручаем грамоту громкими аплодисментами! Встречаем победителей громкими аплодисментами! Представитель казачества! Традиционно итогом праздника стало сжигание чучела масленицы. С этого момента в свои права вступила весна. Простите меня, люди добрые, если когда-то кого-то обидела словом, жестом, делом, простите меня, пожалуйста. И так вы говорите, прости меня, отвечают, вот простит. Статную и красивую нарисованную личину, блином и приковым чинно. Несомненно, что все присутствующие остались сытыми и довольными. Нам очень понравилось, как организовали и провели праздник Масленица. Мы представители от казачества. Все женщины активно принимали участие. Напекли блинов, чай горячий, конфеты, угощения. Школьников угощали, много детям радости принесли. Ну и мы счастливы все, что встретились. Доцко Андрей Григорьевич организовал, ему спасибо, что такой праздник нам сделали. Я хочу поблагодарить всю администрацию нашего поселка Майского за наш праздник.
Очень удался, очень хороший. Мы довольны этим праздником. Днем весны. Поздравляю всех.